Здравствуйте, ребята. Снимаем очередной ролик, как я всегда говорил. Ребята, вот здесь я сделал стяжку. 2 дня тому назад. Перед голубятней новая. Она потрёбанная была. Морозы испортили, мало цемента было. А сейчас побольше цемента дал. И каждый день, 2 раза я его поливаю. Потихоньку, ребята, готовимся к состязанию. Мы как с Иваном договорились. Где-то 15 ноября мы ролики будем выставлять. И пока мисс погода есть, я потихоньку снимаю. Сегодня уже погнал голубей. Заснял кое-какой материал. Мои босоногие уставшие, отлетали. Понимаете, я сегодня выпустил даже таких, каких я 3 года не гонял. Вот пошла. Ребята, вы отлично знаете, что есть голуби, которые год-два не погонишь. Погонишь, потом они летят. Но есть голуби, которые 6 месяцев не будешь гонять. Потом их надо 3 раза хотя бы погнать, чтобы они свою форму набрали. Ну, сегодня по-разному полетели. Ну, то, что я хотел, то, что они игру показали, то, что надо. Да. Кто в курсе, что мы собираемся с Иваном делать, парень из Молдавии, да? Может, кто-нибудь не знает, я повторно скажу. Мы хотим игру показать наших голубей. Никогда в жизни я не люблю хвастаться. Мы просто покажем то, что имеем. И хотим одно зерно бросить в том, что ребята тоже начали показывать игру. Как ребята соревнуются, когда они гоняют и сколько отлетает лед, это одно, ясно. Но мы хотим, чтобы ребята тоже показывали игру. Я не говорю, что ролики не снимаются и не выставляются, как голуби играют. Но какое-то направление мне захотели отдать, чтобы это типа соревнований. Мы раз одну вещь сделаем, вот такой ролик снимем, потом
нашему примеру ребята тоже, просто я думаю так, что если людям понравится, начнут тоже снимать и показывать. Одно где-то помещение одного голубя запустить, двоих, троих, как они это играют, это хорошо. Ну, во время лета тоже, если будут голуби показывать красивую игру, тоже неплохо. И формат у нас такой. Снимаем во время кормления внизу, как играют голуби, потом погоним. Или же наоборот тоже можно снять. Сверху погнать, потом внизу показать. От этого ничего не изменится. Да, еще такой вопрос задали, ребята. Это ты всю команду будешь показывать с игрой? Нет. У Ивана бакинский голубь. Босоногие. Я только босоногих на этот раз буду выставлять. А на следующий раз лохматую птицу буду показывать. Я имею в виду белых лохматых. И на следующий год чернохвостых погоню. И в это время снимем чернохвостых тоже. А то всю шушеру это гонять нету резона. Ни этих не могу выгнать, ни тех до конца. Вот одну породу возьмешь и с весны до осени разведешь, погонишь и покажешь людям.
Всем пока, ребята. До свидания. Будьте здоровыми.